Сегодня в Сыктывкаре открылась 17-я Всероссийская научная конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере». Участвуют ведущие эксперты-практики, политологи и представители научного сообщества России. От лица Владимира Уйба участников конференции приветствовал руководитель администрации главы КОМИ Дмитрий Самоваров. Развитие северных и особенно арктических территорий сегодня приобрело стратегическое значение. Арктике в последние годы уделяется повышенное внимание на федеральном уровне. Задачи по развитию арктических территорий ставит наш президент Владимир Владимирович Путин. Республика Коми, четыре района, которые входят в арктическую сухопутную зону России, регион, обладающий огромным экономическим потенциалом. Для правительства республики важно обеспечивать стабильный и устойчивый рост экономики, создавать новые рабочие места. Важным событием первого дня конференции стала публичная презентация Коми-раздела российской интернет-энциклопедии «РУВИКИ». Это российский аналог Википедии. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей. Любой может стать автором «РУВИКИ», но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки – это удобство, открытость, нейтральность, достоверность информации. В ней присутствуют обязательно страницы на национальном языке. И Академия в этом смысле является своеобразным региональным представителем этого мощного проекта, который поддерживается и активно продвигается на федеральном уровне. И мы уже создали основы для развития этого проекта на национальном языке. Сегодня состоится его презентация, и мы увидим, насколько меняется роль языка, насколько он становится более, может быть, приближенным, не то что к реальной жизни, а к тем элементам современного общественного пространства, которые и характеризуют современную цивилизацию, современное общество. За три дня масштабного научного события участников конференции ждут пленарные и секционные заседания, а также работа тематических площадок и круглых столов.